был. Вот. Она сидела, пела, и на этот голос, значит, в сумерках там еще подтянулась где-то пара-тройка граждан, которые тоже что-то такое выпивали. Вот. Они сели, они начали подпевать, и все бы было очень хорошо, и так, камерно. Ну, Игорь человек был довольно сложный, кто знал его, тут, опять же, это знает. И он начал так, ну, слегка нарываться. После чего поддатые граждане, они, значит, решили его проучить, и как-то Игорю там прилетело слегка по лицу. Вот. Я, значит, я к тому времени с Игорем уже сильно рассорилась. Я так злорадно сказала: Лена, слушай, ну и что? Ты стояла, наверное, рядом, аплодировала и кричала: повторите на бис. Она посмеялась, она девчонка смешливая была, говорит: нет, Наташа, ну что ты? Она там взяла какую-то палку или зуб, или хрен его знает что, и она отогнала этих трех поддатых мужиков от своего мужа. Вот, вот такая вот Лена была, потому что да, такие коней не треножат, да хрен там, и избы горячие, и там и кони, и все что угодно. То есть она реально, она, ну все что угодно могла. То есть это она была человек, который делал все хорошо. Она была хорошая подруга, она была хорошая дочь, она была замечательная мать. Блин, она была хорошая жена, вот лучше бы похуже, я все время так думаю. Была бы все еще с нами. Ну вот как-то так. Спасибо.